Вакцинация от COVID-19 продолжается. Прививку от коронавирусной инфекции начали делать и в институтах Казанского университета. Подробнее в следующем сюжете. В Институте управления экономики и финансов начали делать прививку от коронавируса. Практически все сотрудники института прошли вакцинацию. Сделать прививку от COVID мог каждый желающий. Это бесплатно и добровольно. Мы все находимся в группе риска в связи с тем, что у нас очень большой высокий круг общения. И я считаю, что нам необходимо прививаться из-за того, чтобы обезопасить себя и окружающих. По словам директора института, после прививки никаких изменений в организме не ощущается, состояние хорошее. Еще она добавила, что те, кто не переболел COVID, должны прививаться одними из первых. Энджи Минибаева, Радик Загидуллин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.